Всем привет! Что такое Крю и почему именно эта площадка выбрала Cosmic Horizon для своих заданий? Начну с того, что это площадка для выполнения заданий от подписок до различного контента. На данный момент, по-моему, это, наверное, самый лучший проект Крю 3, потому что он очень удобный и мне нравится. Кто знает, что это такое, то... Ну, кто не знает, что это такое, я оставлю ссылки в описании, если что. Тут реально очень удобно, просто нажимаешь, ссылку вставляешь и все. Если что, даже здесь саппорт есть, куда ты сможешь написать и узнать о проблеме или обратиться по вопросу, следовательно. Почему именно Крю? По моему мнению, аналогов практически нету, именно нормальных аналогов. Ну, есть, возможно, Glim или там еще пару площадок, но вот. Но вообще, чтобы вы понимали, в Glim прикольно выполнять задание, но это может... Но он может лагать, во-первых. Крю 3, он не идеален. Но проблемы решаются за пару дней, потому что я уже показал, что здесь имеется поддержка, которая помогает. Я вот недавно в одном проекте выполнял Glim, и он просто не хотел никак засчитывать задание, там была ошибка, и вообще было неудобно, поэтому мне пришлось писать в DM админу и скидывать ему теперь эти задания, Обзор на задание я не буду делать, потому что у меня уже есть видео. Во-вторых, это есть причина отказа от задания в Notification. То есть мы здесь видим, почему задания были... отказаны. Из-за чего? То есть, самое главное, это причина, которую мы сможем в следующий раз решить и отправить нормальное задание, чтобы его приняли. В-третьих, это лидерборд. Это реально good, потому что по нему можно как раз таки различные плюшки выдавать. Топ первым 20 там и тому подобное. Топ 40. Вот так, в принципе. Также здесь в самом этом, в профиле, можно менять кошелек. И все тому подобное, никнейм даже. Вот. Это очень удобно, круто. Мне нравится. Это, наверное, первая площадка, где можно так делать. И подытожим, по-моему, Крю это превосходная площадка для выполнения заданий. Она работает, если мне не изменяет память, уже как месяца два, наверное. Точно, думаю. Так что тут есть саппорт, и можно напрямую обратиться в поддержку. Реально аналогов нету. Спасибо за внимание. И Рома, спасибо.